got married, haven't been a minute apart. With the receiver in my hand and religion in my heart, I can ring him up, he said, извините за вот это мы просто делаем фотошот сейчас, поэтому я такой наряженный. Вообще я очень просто одеваюсь. В Голливуде? Я работал в Голливуде, я не могу сказать, что я был прямо супер успешным. Ну, не могу сказать, что мне нравится. Я в Кливленде только в тюрьме сидел 3 недели. И вот, поэтому у меня не очень такие супер какие-то воспоминания, связанные с Кливлендом. Но сейчас вот как бы я приехал на этот фотошот, знаешь, такое более приятное. Приехал, познакомился с реал-эстейт-эйджентом и хотел купить здесь дом. Понимаешь? Вот. И я нашел домик, все, и поехал домой за своими вещами. Я жил тогда в Аризоне, в Лас-Вегасе. Я приехал, забрал свои вещи, на машину загрузил и приезжал уже купить, заплатить за домик, понимаешь? Меня остановили на трассе. У меня аризонские номера были, затемненные стекла на машине. Меня остановили менты и начали допрашивать. Они, наверное, должны были что-то найти, хотели что-то найти. Ну, может быть, в тот день звезды так сошлись, что мне пришлось сесть в тюрьму, понимаешь? Он очень долго удивлялся, этот коп, когда посмотрел мою криминальную историю. You don't have no criminal history? Он меня 10 раз переспрашивал. I said, I don't have any criminal history. У меня нет криминальной истории. Он удивлялся, понимаешь? В нашем возрасте тут у каждого почти есть какая-то криминальная история в Америке. Значит, в Молдавии что? Значит, я поступал в ВГИК. Пытался в ВГИК поступать. Но у меня не получалось сюда поступить, потому что... Интересно, что здесь вот... В Америке, American Film Institute, меня сразу же приняли, с первого раза, понимаешь? Мало того, что приняли, еще scholarship дали. А там во ВГИК никак я не мог поступить. Вот, я там пытался пару раз. И они там создали, при Молдова Фильм, создали какую-то такую курсы режиссерского и документального кино. И меня взяли на эти курсы, и одновременно я там написал сценарий, и они мне дали уже сразу снимать там документальные фильмы каким-то образом. Вот, это было в начале 90-х. Потом я сделал один фильм, назывался «Чучело», документальный фильм. И этот фильм пригласили на фестиваль в Америку, Новый Орлеан, Луизиана. А я тогда уже мечтал в Америку уехать почему-то. Но Америка была перерекламирована Голливудом, понимаешь. И я вообще-то не в Америку хотел, я в Голливуд хотел. Вот. Но это для меня была зацепка уехать в Америку. Вот. И тогда я уехал. На этот фестиваль я приехал, я остался здесь, в США, в Орлеане. Остался. Месяца 3 я нигде не работал, у меня там были какие-то деньги, чуть-чуть. Я там нашел... Нет, я месяца через 2,5 нашел работу в магазине, продавцом. Получил документы быстро, в течение 3 или 4 месяцев я получил все документы, вид на жительство. Это в каком году? Это в 92-м. Да. Тогда было очень легко. 90-е годы и сейчас отличаются, как небо и земля. Америка была совершенно другая. До 9-11 здесь было совершенно по-другому. Не сравнишь. Все было легче делалось, проходило быстрее, все процедуры были проще, люди были проще, они не были еще запуганными. Сейчас 9-11, когда вот это все, это была первая, так сказать, такая попытка контроля людей, понимаешь, такая первая была. Сейчас уже вот бомба вот с этим ковидом, понимаешь, самое... Как говорится, контроль такой мощный. Я пожил в Орлеане годика 2. 2,5 года я был в Орлеане. Сэкономил немножко денег. Вернулся в Молдавию, сделал короткометражный фильм со своими друзьями. Там у меня был оператор профессиональный, Володя Бурлаченко. Царство ему небесное, он умер уже. Вот, и... В общем, команда у меня была профессиональная. Мы снимали на 35, на пленку. И... И вот
вот этот фильм пошел на фестивале, через него я начал там какие-то фильмы делать. Я не был супер успешный там в Голливуде, но лет 10 я там побыл. Ну, очень тяжело в Голливуде пробиться, потому что свои англоязычные, англосаксоны, понимаешь, своих продвигают. Мы с русской фамилией или с какой-то арабской фамилией нас не хотят. Нас хотят только на роли террористов, понимаешь. Если ты русский, то значит ты террорист. Если враг, понимаешь, только такие роли. Понимаешь, вы заметили, что в кино обязательно выигрывают англосаксоны. Всегда англичане там, или пускай новозеландец или австралиец, не говоря об американце, они герои, они всегда протагонисты. А плохие парни, это всегда были русские. Потом одно время Россия утеплила отношения с Америкой, они перешли на арабов, понимаешь, а сейчас уже опять русские плохие. На тебе ярлык. Ярлык все время. Вот. И особенно как режиссер, понимаешь, ладно, если ты там как актер, так, положим, снимается фильм, а там могут быть 10, 20, 30 актеров. Понимаешь, ну только один режиссер, это то есть конкуренция большая, понимаешь, правильно? Ну мне грех жаловаться, там немножко поработал продюсером. Ну в 2007 году мне надоело это все, я решил обратно в деревню уехать, в Молдавию, я там. Я решил уехать обратно в Молдавию, уехал там в деревню, и там я почти 7 лет находился, почти 7 лет. А нет, я вернулся, я там немножко рекламу поснимал, вот, чуть денег собрал, и у меня была идея для фильма в Кливленде снять. Почему в Кливленде? Потому что здесь самая дешевая недвижимость была. И я решил купить здесь домик, недорого, и сделать студию, просто чисто переделать его в студию. И вот, и у меня эти бабки были с собой, конечно. Я когда договорился с этим real estate'ом, Гай, он говорит, я ему говорю, если я кэш заплачу, он говорит, эти 10% дисконта. Ну, это значительно, понимаешь. Я пошел, снял кэш. У меня весь кэш был с собой. И я поехал, вернулся обратно. Я в Лас-Вегасе тогда жил. И пришел, и все свои вещи, ну, там оставил мебель всю, забрал все в этот. У меня вэн такой был. Я в него все загрузил. И думаю, уже переезжаю туда, понимаешь, в Кливленд. Покупаю дом, переезжаю. Я не подозревал, что я в дерьму базу никогда. Я ездил по этой стране, блин, 100 раз, понимаешь, ни разу меня никто не... Да, да. Я помню, что я проехал через всю страну, я 4 или 5 дней ехал. И меня никто не останавливал ни разу. А как только я заехал в Охайо, причем не в Охайо, а вот именно вот эта дорога из Коламбуса в Кливленд, я смотрю, везде стоят эти патрульные машины. Блин, и там стоят, и там стоят, и там стоят. Ну что здесь происходит? Может, президент будет проезжать, или что такое происходит, понимаешь? И почему-то, вот, когда я увидел последнюю патрульную машину стояла, я знал, что она меня остановит. И вот он, этот полицейский говорит, окей, он ехал, он перестроился. А у него затемненные стекла. Он ехал ниже скорости, там была скорость 65, я ехал 63 или 64, понимаешь? Еще там они сказали, что я где-то там полосы какие-то, вот это было самое большое нарушение. Почему его остановили? Потому что я типа разделительные полосы задел. И понимаешь, судья все равно одобрил. Они его убедили, потому что типа хакера нашли какого-то очень опасного, понимаешь? Они думали, что я суп... Как раз период был, совершенно верно, был 2014, как раз Крым и все такое, понимаешь. Россия погнала, да, и у меня русская фамилия, хоть я в России не живу, я из Молдавии, понимаешь. Да, и все, русский хакер. Они придумали мне вот такую вот тему. Ну, потом они уже, конечно, когда начали копаться, начали, они уже нашли про таксы. Таксы я не платил, да, было. Я собирался их платить, до сих пор выплачиваю. Так что вот так вот меня арестовали, и я попал в тюрьму. Вот здесь вот меня там 3 недели держали Медина. Где-то Медина, да. Да, Медина. Вот там меня 3 недели держали. Ну, это еще нормально. Там была нормальная тюрьма, они мне хвалили ее. Он говорит, это как Хилтон, ты здесь отдохнешь. Я такой дрожу весь, я думаю, что меня изнасилуют, как только я зайду, понимаешь? Фильмы-то смотришь. И я такой страшный зашел, смотрю, все дружелюбные. Hey, how you doing, where are you from? Я такой, ну ладно, окей, все нормально, да-да. А потом я начал из себя, они меня спрашивали, кто, откуда, я говорю, Russia. Они говорят, Russian Mafia, знаешь? Я говорю, да, Russian Mafia. Я сейчас бороду такой опустил, знаешь?
С Russian Mafia немножко легче было жить в тюрьме. Они так немножко, знаешь, как бы уважают, знаешь. Иностранцам быть легче в тюрьме, они не понимают, о чем ты думаешь. Они не знают, кто ты, что ты, культуру, понимаешь, они не знают. Мимику лица, ничего не знают. И самое интересное, что они на тебя, вот особенно, знаешь, другие не будут это расистом, понимаешь, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Они на тебя немножечко, как говорится, бочку катят, пока они не услышат твой акцент. А когда услышишь акцент, они сразу смягчаются и говорят, о, рефон. Ты с почвами. Да, ты не белый, да. Ну, в общем, не было так страшно в тюрьме. Самое страшное было именно ожидание. Боишься именно государства, а не зэков там вокруг, а именно государства. Я только приехал чисто купить дом и снять фильм, и все. Я собирался не больше 6 месяцев здесь побыть. А я застрял, мне дали 3 года, 3 года probation, пробация, сейчас по-русски, по-моему, говорится. Испытательный срок. Да, да, да. This is a pizza? Kind of. It's like a third of a loaf of fresh bread, like split in half. Yeah. All right, the cheese board is good, the baked brie is good, the salmon is good. How big is this pizza? Can we split it or do we got a bit? It's pretty small. It's small. Like a personal sort of a. Like, as long as you have the wine, the important stuff is covered. Pretty much, yeah. You know. It's a celebration. A little bit of celebration. Thank you. So Vincent is too little. We gotta add you to him a little more. I'm not driving. Yeah. Тимош, как дела? Нормально. Ты уже на автостанции? Чего? Что ты рано пришел туда, на автостанцию? Ну, еще посиди там немножко, посиди уже, раз пришел. Мерзнешь там, наверное, да? Автостанция закрыта. Я говорю, автостанция закрыта, мерзнешь, наверное. Ну ничего, ну ладненько тогда. Oh my goodness, you and your family. Hello. Hello, good morning. Hello. You need GPS to get there, it's around the corner, come on. I know. I'm just messing with you. No, go ahead, come on. Hello. Hi, how are you? I was in here. Did I speak to you on the phone? You talked to Steve. Yeah, I spoke to Steve. We're gonna do some photos here, if that's okay. Knock yourself out. All right, thank you. Thank you very much. I'll try to stay out of the way. That's what we're gonna do. Look, we don't have to do it. It's foggy here already. I wrote about an hour ago. Yeah. It's just too much. I don't know what you mean, it's not too much. Which house do you have your room at? It's going to be perfect. We have a chessboard, we have everything. This is perfect. This is perfect. Oh my God. We're just going to grab a cigar. Этот тип говорит, что здесь нельзя снимать. Или она договорилась, ничего не договорилась. We're going to film downstairs. Downstairs? Okay, then let's go downstairs. I just want to get the moment. Ты будешь как? А как она говорит? Winston Churchill. Это вот надо откушивать, да? Да, вот так они тебе разрежут. Ага. Ну ладно. Это не кубинские? Это нет, у нее кубинские. А тут они, у нас стоили копейки дома, а здесь они наоборот давали. Да, да, потому что эмбарго. This is fantastic. So we're going to film downstairs or here? Yeah, downstairs. Let's go downstairs. But that was the, when we're going to sit here, we're going to wait for the light, because where we're shooting, and the light's going to come through, we're going to take the leather chair. Mm-hmm. About 15, 20 minutes. Do you want me to smoke in the... If you want to, but these cigars are fantastic. Mm-hmm. Yeah, I'll smoke. Ближе? You're so big, you won't fit in my shop. I know. Okay. Most of the video is downstairs. Yeah, yeah. You're so far, you like a part of the background. Don't worry. I'm sorry to intrude into privacy. No, that's fine. I'm from out here. It's a big wire, but yes, it's this wire. I'm pretty sure.
Ну, понимаешь, меня лично тянет все время обратно туда, где нам было когда-то хорошо. А, понимаешь, так как мы нашу молодость или юность провели там, то это было самое прекрасное время, и все время душа тянется туда, где ты провел это прекрасное время. Поэтому всех иммигрантов, ну, если ты приехал, конечно, в юном возрасте, и ты начинаешь испытывать эти хорошие чувства здесь, то тебе уже твой дом. А так как я приехал, я был постарше, и ты тоже, то мы уже, нас тянет обратно все время туда. Чего есть в Молдавии, чего нет. Ну, я не хочу говорить о Молдавии, я скажу, где я в селе живу, что есть. У меня там маленький домик в селе, буквально 3 комнатки, малюсенькие. Но там стены натуральные, сделанные из котельца, вот такие толстые. Там я выхожу на улицу, я босиком хожу, у меня там огород 15 соток, я туда-сюда хожу. У меня ничего там не посажено, не в этом дело. Дело в том, что свобода такая, понимаешь?